Привет всем. Только что вернулся с почты и получил вот такую вот коробочку. Ну и сейчас я сделаю ей, так сказать, вскрытие. Вскрытие я буду делать вот таким вот ножичком. Это ножичек, который я сделал из напильника. Как видно, вот она сталька. Ну, немножко возвращался с ручечкой резьбой по дереву. Ну, в общем, не суть. Что мы имеем? Это мы можем сразу выкинуть в мусор. Дальше у нас идет вот такая вот упаковочка. Вот он. Вот мы имеем вот такой вот ножичек. Но сначала посмотрим, что мы видим здесь. Ну, ножный довольно-таки неплохой. Клипса. Хорошая, прикреплена вот такими вот звездочками, что ли. Есть еще такие отверстия для крепления на шнурок. Ну, давайте посмотрим на сей девайс. Ручка, как заявляет производитель, G10. Вместо литейного очка это full tank. Вот такой вот значок. Сталька. Видно, нет. Сейчас сфокусирую. Вот она. Сталька у нее 9CR18 MOV. Вот сейчас я. Вот. Ну и я не знаю название, может быть. Кьюи. Черт его знает. Ну вот такой вот ножичек. Ну, я знаю, в руке сидит довольно-таки неплохо. Здесь вот такой вот напильничек. Для упор для пальца. Сталька, такое вот интересное напыление. Матовое такое, симпатичное. Ну, давайте попробуем режущую кромочку. Ну, я думаю, подправить его немножко на пасте и будет, в принципе, нормально. Вот такой вот ножичек. Ну, все довольно-таки аккуратно сделано, очень приятная на ощупь ручка. Рукоятка. Такие две плашки, которые держатся на шестигранниках. Ну, все сведено под ноль. То есть, ну, не знаю. Очень даже, на мой взгляд, неплохой ножичек. Очень аккуратно сделан. Вот.
Ну, его размеры длина лезвия 8,5 сантиметров. Длина режущей кромки, ну, где-то 7,5 сантиметров. Длина рукояти 10 сантиметров, и полностью весь нож примерно 18 сантиметров. Ну, ножны, да, в принципе, все сделано очень даже солидно. Давайте посмотрим, как оно. То есть, в принципе, высунуть его с ножен невозможно. То есть, вытрусить, чтобы он сам выпал, не представляется возможности. Выходит довольно-таки неплохо. Ну, не знаю. Вот такой вот ножичек. И в будущем будут проведены тесты этого ножа. Ну а пока-пока. Спасибо за внимание.